Значит, я хочу начать сейчас с разбора задач прошлой контрольной. Ну, вы их принесли, наверное, посмотрели, но как бы более четко, чтобы уже не осталось вопросов по ним. Задачи о количестве восьмерок и о количестве букв Т на плоскости. Начнем с восьмерок. Под восьмеркой мы подразумевали две касающиеся окружности друг друга одинакового размера, произвольного размера даже, произвольного размера. Значит, что такое окружность? Одна окружность не пересекается с другой. Это возможно только в двух случаях. Либо одна окружность находится целиком вовне другой, либо целиком внутри другой окружности. Соответственно, если восьмерка — это две касающиеся друг друга окружности, то тогда можно как бы логически расписать этот момент. Две восьмерки не пересекаются, либо если обе окружности целиком находятся снаружи, либо если они целиком находятся внутри одной из двух. Вот такая вот штука получается. Значит, да, еще мы выбираем в каждой из окружностей по рациональной точке. Вернее, по точке с рациональными координатами. Да? И как мы доказывали тот факт, что непересекающиеся интервалы, число непересекающихся интервалов на прямой не более чем счетно. Мы говорим, мы в каждом интервале можем выбрать одну рациональную точку. Причем для этого нам не нужна аксиома выбора. Мы можем, вот если у нас имеется прямая числовая, вот у нас имеется интервал какой-то, мы можем выбрать на нем рациональную точку в произвольном интервале. Почему нам не нужна здесь аксиома выбора? Потому что мы можем построить рекурсивную процедуру, которая предъявит нам эту рациональную точку. Как? Каким образом? Мы можем рассмотреть сначала целые числа. Допустим, здесь где-то 100, здесь где-то 101. Если, допустим, число 101 минимальное число, которое не превышает все точки интервала, которое не стоит справа от точки интервала. Если оно оказалось внутри интервала, то вот она рациональная точка. Если оно оказалось снаружи, 101, да, то тогда минимальное число, не превышающее всех точек интервала, находится слева от этого интервала. И мы можем поделить между ним и здесь взять половинку от этого значения. И это будет рациональная точка. И рассмотреть случаи. Либо она оказывается внутри интервала, и тогда мы нашли рациональную точку либо справа от интервала, либо слева от интервала. Дальнейшее, я думаю, понятно. То есть мы можем так методом дихотомии найти и предъявить для непустого интервала рациональную точку. Соответственно, для фигуры, для круга, мы можем найти точку с рациональными координатами, лежащую в этом круге, примерно таким же образом. Соответственно, мы выберем по рациональной точке в одной окружности и в другой окружности. И, значит, соответственно, если эти восьмерки не пересекаются у нас, то тогда хотя бы одна из точек не совпадет у каждой пары не пересекающихся восьмерок. Да, если восьмерки у нас одна находится вовне другой, то тогда обе точки точно не совпадают, поскольку они каждая находится в непересекающихся кругах. Да? Если у нас вот эта восьмерка находится внутри окружности одной из окружностей другой, более крупной восьмерки, то тогда обе точки они находятся в этом круге, и поэтому они не могут находиться в этом круге. Соответственно, две точки, выбранные в каждое вот соответствующем круге, двух непересекающихся восьмерок, они будут разные, две разные. Таким образом, мы построили что? Мы построили инъекцию из нашего множества, ну, множество восьмерок, там обозначим буквой S, в какое множество? Множество Q в четвертой степени. Почему в четвертой степени? Потому что две пары рациональных точек. Вот. Это значит, что мощность множества восьмерок, раз у нас есть инъекция меньше мощности Q в четвертой степени, а это у нас что? Это у нас алиф 0 в четвертой степени, это у нас, как мы знаем, алиф 0. То есть восьмерок у нас не более чем счетное количество, конечное или счетное. Потому что, значит, тут у нас x0, y0,
А здесь у нас x1, y1. Значит, одно рациональное число, второе рациональное, третье, четвертое. То есть 4 рациональных числа, то есть мы ставим в соответствие одной восьмерки 4 рациональных числа. А точки мы произвольно выбираем? Точки мы произвольно выбираем, рациональные точки, ну, можем, как бы мы их выбираем не произвольно, да, если мы не хотим от аксиомы выбора зависеть, если мы принимаем аксиому выбора, да, мы говорим произвольные точки. Если у нас нет аксиомы выбора, то мы должны назвать метод, которым мы выбираем, да, мы можем придумать метод, примерно там дихотомии, да, выбрать рациональную точку внутри окружности, точку с рациональными координатами внутри окружности. Неважно. Главное, для дальнейших рассуждений нам важно понимать, что одна точка лежит в этом круге, а другая точка лежит в этом круге. Вот. То есть получается, что восьмерок на плоскости, не пересекающихся восьмерок, на плоскости не более чем счетное количество. Значит, задача про буквы Т. Она чуть более сложная. Здесь тоже надо было выбрать рациональные точки и выбрать таким образом, чтобы можно было доказать, что вот у непересекающихся букв Т эти точки будут разные. Ну, классическое решение этой задачи в следующем состоит. Значит, если буква Т это два отрезка вот таких перпендикулярных, то мы проведем окружность с радиусом равным половине из наименьших отрезков вот, от центральной точки. Проведем окружность и выберем три точки в пределах этой окружности, но в разных частях букв Т. Значит, сразу, да, навскидку мы можем видеть что? Мы можем видеть, что в принципе, если мы как-то так выберем букву Т, другую, вторую, то две из них совпадут, а третья совпадать не будет. Вот. Но так как это такая еще задачка немножечко на топологию, то нужно аккуратно доказать, что у непересекающихся букв Т эти точки не будут совпадать. Но тут я не ожидал, что вы дадите это доказательство там, за те 20 минут, которые на контрольной работе. Вот. Но доказать можно таким образом. Значит, возьмем каждой букве Т, мы теперь сопоставим, поставим в соответствие вот эту вот окружность, соответствующую Т окружности, да, и будем рассматривать только эти окружности. И начнем мы с той, которая больше либо равна, с максимальной из двух. Да? Значит, вот эта окружность, она выглядит таким образом. Она делится на три зоны. 1, 2 и 3. Значит, теперь, если у нас к ней подлетает какая-то другая буква Т, с какой бы стороны она ни подлетела, она вот подлетает, и у нее другая, более маленькая окружность, которая тоже делит на 3, на 3 зоны. Значит, мы, если буквы Т не пересекаются, то они не пересекаются и в пределах этих окружностей. Это как бы первое утверждение. А второе утверждение, значит, что оказавшись рядом, эти окружности могут совпадать не более чем в двух точках. Значит, пример про две совпадающие точки, он сразу же у нас рождается. Вот. Но можно ли представить такие вот две буквы Т, которые вот три точки так выбраны, но которые при этом... Да, добрый день. Значит, но которые при этом у нас во всех трех точках совпадут. Если это произойдет, то тогда получается, что в малой окружности вот центр большей буквы Т, он должен находиться внутри меньшей окружности, так как все три точки, мы от противного доказываем, да? Так как все три точки, они лежат в трех разных областях вот этой вот большей окружности, допустим, буква А, там ТА и ТБ, да? Значит, соответственно, центр вот ТА, он должен лежать внутри вот этой вот окружности, ТБ. Ну, давайте тогда рассмотрим ТБ, в которой лежит центр ТА. Ведь по-прежнему эта Т, буква Т и та буква Т совпадать не должны. То есть не должны пересекаться, простите. Но раз они не должны пересекаться, то это значит, что тот кусочек большей буквы Т, он должен лежать в одной из трех, либо здесь, либо тут как-то, либо тут как-то он должен лежать
в одном из трех сегментов меньшей окружности. И в этой ситуации, так как он лежит в одном из трех сегментов меньшей окружности, делит его в свою очередь на три доли, значит, и у нас получается, что по крайней мере одна из трех точек, она должна быть иная, другая по отношению вот, к тем двум, которые находятся здесь. Вот как бы примерно строгое доказательство, какому должно следовать шаблон. Но я не ожидал, что вы ну, до этого дойдете, это уже такого олимпиадного уровня был бы результат, если бы вы за такое время дошли. Но, по крайней мере, вот эту вот идею насчет того, что найти три точки, три рациональных точки в окрестностях буквы Т и сказать, что они не совпадут для трех разных Т, вот я от вас ожидал. Ну, надеюсь, что за неделю вы с этой задачей все справились. И да, в случае с буквами Т у нас вот эта вот функция, она у нас задает инъекцию из множества букв Т в Q в шестой степени. Ну, уже понятно, почему в шестой, да, потому что три точки по паре рациональных. Ну, мы двигаемся дальше, и мы открываем большую тему. Это упорядоченные множества и их свойства. Если да, помните, мы, когда разговор наш о сравнении множеств по мощности, начинали с того, что записали очень простую вещь. R принадлежит, R является подмножеством декартового произведения x на y, смотрели бинарные отношения на двух множествах и сказали, что вот среди этих бинарных отношений бывают функции, среди функций бывают инъекции и биекции, и отсюда значит, мы вывели очень интересные результаты, теорему Кантора-Бернштейна, теорему Кантора, и вообще мы научились сравнивать множество по мощности. Но, научившись это делать, мы довольно скоро достигли новых вопросов относительно операций над мощностями и вообще вопросов, касающихся мощностей и множеств. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, нам необходимо развить некий инструментарий. И этот инструментарий нам даст понятие упорядоченного множества. И, в общем, оно столь же элементарно выглядит, как и функция, значит, оно начинается от представления о бинарном отношении на одном множестве. R является подмножеством x на x. Вот. Вообще, я бы хотел подчеркнуть, что мы в нашем курсе сложные вещи всегда начинаем от очень простых. Когда мы говорили в лекции про аксиому бесконечности, мы начали от терма x плюс 1 и развили этот x плюс 1 до натуральных, целых, рациональных и действительных чисел при помощи аксиомы бесконечности. Когда мы стали говорить вот, о сравнении множеств по мощностям, мы начали от представления функции, бинарного отношения на двух множествах, и получили интересные результаты. Самые интересные результаты этого курса мы получим вот от бинарного отношения на одном множестве, которое на первый взгляд кажется даже более примитивной конструкцией, чем значит, бинарное отношение на двух множествах. Я очень хочу подчеркнуть важность понимания этих простых конструкций и их свойств. Потому что у вас уже может зародиться такая мысль, что ну мы же прикладники здесь на кафедре, мы же никогда... Что вот нам Пономарев тут рассказывает про какие-то несчетные множества, мы же с ними никогда в прикладной жизни не будем иметь дело. Да, действительно, значит, как бы за пределами чисто математических каких-то дисциплин все эти вопросы про бет-единицы и бет-двойки, они у вас не возникнут никогда. Но все наши теоремы, которые мы получаем, интересные, самые глубокие теоремы, они
основе своей опираются на понятие бинарного отношения на одном и на двух множествах. А бинарные отношения на одном и на двух множествах, все бинарные отношения, вот такие простые конструкции, это ваш хлеб, как прикладников, потому что все ваши прикладные модели будут основываться на бинарных отношениях. Поэтому глубоко изучить их свойства вам нужно, поэтому, в общем-то, и курс наш. Не только для того, чтобы погрузиться куда-то в интересные такие глубины, но и прежде всего для того, чтобы вы смогли полностью проработать для себя свойства базовых конструкций. И это вот очень базовая, очень фундаментальная конструкция, бинарные отношения на одном множестве. Так же, как и в случае с бинарным отношением на двух множествах, мы с вами введем аксиомы, условия, которым произвольные бинарные отношения может удовлетворять, а может не удовлетворять. Значит, и как всегда, эти аксиомы нужно запомнить, осознать, уложить у себя в голове, выучить как стихотворение, потому что за пределами моего курса они вам понадобятся больше всего. Самое ценное, значит, что вы, одно из самых ценных, что вы должны вынести за пределы моего курса, вот дальше при написании своих дипломов, и дальнейшей работе, там, связанной с кафедрой, это вот эти вот аксиомы и бинарные отношения сети конструкций. Значит, первое свойство, которое мы определим, это транзитивность. Определяется следующим образом. АВ принадлежит R и BC принадлежит R, следовательно, AC принадлежит R. Я не буду писать квантеры всеобщности слева, предполагая, что это свободные переменные, которые замыкаются квантерами всеобщности. То есть для любой пары, если AB пара входит в R и пара BC входит в R, то пара AC входит в R. Это свойство транзитивности. Значит, второе свойство симметричности. Если пара AB входит в R, то, следовательно, пара BA также является элементом R. Значит, третье свойство рефлексивности. Оно следующим образом формулируется. Значит, для любого А, принадлежащего Х, АА принадлежит Р. То есть какой бы элемент X мы ни взяли, то он входит в соотношение сам с собой в рефлексивном отношении. Значит, четвертое. Четвертое свойство называется антисимметричностью. А если симметричность, это значит, из AB входит в R, следовательно, BA входит в R. Как, по-вашему, сформулировать антисимметричность? Ну, значит, существует АБ, принадлежащее R, чтобы они, существуют и другие, чтобы А принадлежит R для каких-то. Для каких-то принадлежит, для каких-то не принадлежит. Это должно быть явное отрицание, как бы, того свойства, свойства симметричности. Да, свойство симметричности, оно нам говорит, что если мы в одну сторону поставили связь, да, то обязательно должна существовать связь и в другую сторону. Вот. А антисимметричность говорит, что если мы в одну сторону поставили связь, то другой не будет. Да, это не значит, что для какой-то. Вы сформулировали свойство, что для какой-то другой не будет. Значит, для всех другой не будет. Вот. Но... Значит, просто не принадлежит арба. Да, это как бы первый подход к снаряду, который у всех рождается, когда мы хотим сформулировать свойство антисимметричности. То есть просто сказать, а не принадлежит R. Но мы тут хотим создать набор аксиом, который можно было бы комбинировать в произвольном порядке. Значит, и как вы себе представите рефлексивное антисимметричное соотношение? Потому что если у нас АА входит, то тогда получается, что эти две аксиомы будут несовместны. Значит, поэтому на самом деле антисимметричность таким образом записывается. АБ принадлежит R и БА принадлежит R. Следовательно, А равняется Б. Вот.
То есть тут не возникает несовместимости с рефлексивностью, со свойством рефлексивности при таком подходе. Да? Но в то же время, если А не равняется Б, да, то это исключает два случая, когда А, Б принадлежит R и Б, А принадлежит R одновременно. Значит, напишем здесь антисимметричность, а здесь рефлексивность. Свойства симметричности и симметричности, они могут выполняться? Да, они могут выполняться вместе, допустим, для диагонального множества. Ну, в смысле, множество, которое состоит только из АА, к примеру, да? Потому что там же нет вне диагонали ничего. Вот. Теперь... Извините, а вам еще вопрос? Да. Свойства рефлексивности, какое-нибудь ограничение на них накладывается, оно же должно тоже... А принадлежит x, смотри. А на x какое-то ограничение? А x, оно выбрано заранее. То есть мы заранее его выбрали для того, чтобы построить бинарные отношения на одном множестве. Значит, свойство антирефлексивности – это как раз отрицание свойства рефлексивности. А принадлежит x, а А не принадлежит R. То есть какой бы мы А ни взяли, оно само с собой не входит. Вот рефлексивность и антирефлексивность, они не совместны. И шестое свойство – это линейность. Значит, следующим образом. А принадлежит x и B принадлежит x. И А не равно B. Из этого следует, что либо AB принадлежит R или BA принадлежит R. Ну или другое, если вот это вот убрать, то так можно сделать еще так, или A равняется B. Это линейность. То есть любая пара элементов, которую мы возьмем, она окажется либо равна, либо AB лежит в R, либо BA лежит в R. И так же, как и в случае с бинарными отношениями на двух множествах, мы посмотрим, как разные комбинации вот этих вот условий, какие нам конструкции разные дают. Кстати, заметьте, что здесь этих вообще условий таких гораздо больше получается, и они гораздо разнообразнее, чем в случае, когда здесь два разных множества стоят, потому что мы можем сравнивать первую и вторую компоненту между собой. И получается поэтому большее разнообразие. Поэтому на самом деле... На самом деле, вот это для изучения сложнее, чем вот это. Потому что здесь разные множества, и мы не можем как бы компоненты сравнить. У нас там, помните, была всюду определенность, прямая однозначность, обратная однозначность и всюду значность. Вот. Здесь их уже 6, и будет еще больше. Значит, рассмотрим условия, рассмотрим, значит, конструкцию, которая является симметричной, транзитивной, рефлексивная. Значит, симметричное и транзитивное и рефлексивное бинарные отношения на одном множестве называются отношением эквивалентности. Помните, на самом-самом первом занятии, когда мы с вами определяли, что такое быть под множеством, и что такое множество А равняется множеству Б? Тогда мы сказали, что множество А равняется множеству Б, когда А под множество Б и Б под множество А. И, значит, и сразу мы увидели, что такое определение, оно является симметричным, транзитивным и рефлексивным. Помните? И я тогда спросил, достаточно ли этого для определения равенства? Да, тогда вопрос звучал, нет, недостаточно, потому что одинаковые должны быть неразличимы между собой. Вот. Но если у нас имеется какое-то вот бинарное отношение, удовлетворяющее вот этим вот трем свойствам, тогда оно называется отношением эквивалентности. Часто вот так вот пишут по определению: А эквивалентно Б в смысле R, если АБ принадлежит R. Если АБ принадлежит R, то в силу симметричности и БА будет принадлежать R. Значит, следующая конструкция, которая... Для элемента А из X его класс эквивалентности в R это есть
множество B принадлежит X, таких что BA принадлежит R. То есть класс эквивалентности A — это множество всех элементов B, эквивалентных A в смысле R. В класс эквивалентности A само A тоже входит, поскольку соотношение эквивалентности рефлексивно. A эквивалентно A. И третье, частенько применяемое, может, вы где-то даже слышали на лекциях, там, Кучкарова или где-то еще, это понятие фактор множества. Значит, фактор множества на x по отношению эквивалентности r. Это вот как раз такая сложная штука, хотя ничего сложного тоже в этом нет. U принадлежит p от x, существует a. A принадлежит x, и U равняется классу эквивалентности A по R. Вот это называется фактор множества. То есть это множество всех классов эквивалентности на x. Вот. Вот прямое вот эту вот дробь, ее применяют, ну, если вы абстрактную алгебру изучали, там, это, значит, обозначает всегда фактор множества, то есть разбиение x на классы эквивалентности. Значит, какие у нас примеры существуют для отношения эквивалентности? Ну, прежде всего, это всем знакомое равенство, да, на наших множествах или, там, или на числах. Равенство, всякое равенство, оно является отношением рефлексивным, транзитивным и симметричным. Потом, в геометрии очень много мы можем привести отношений эквивалентности. Это, значит, параллельные прямые или подобные треугольники. Да, если А параллельно Б и Б параллельно С, то А параллельно С, там А параллельно сама себе и так далее. Вот. То есть, все это дает нам примеры отношения эквивалентности. Еще одним таким примером, который находится на самом деле в тесном родстве с отношениями эквивалентности, является разбиение множества. Значит, если мы рассмотрим U, являющийся подмножеством Booleana от x, ну или, скажем, U, являющийся элементом двойного Booleana от x. То есть множество каких-то подмножеств x, обладающие следующими двумя свойствами. Сумма U равняется x. И второе, для любого A, для любого B, A принадлежит U и B принадлежит U. Следовательно, А пересечение с Б равняется пустым множеством, либо А равняется Б. То есть, что это такое? Вот у нас множество x, вот мы его порезали на подмножество таким образом, что сумма этих подмножеств равна всему x, и любые два элемента, входящие в это множество подмножеств, они либо совпадают, либо не пересекаются друг с другом. То есть, это буквально разбиение множества x, буквально порезанное на части, да, множество. Значит, тогда, если нам дано разбиение этого множества, то отношения две точки входят в один элемент разбиения. Это будет отношением эквивалентности. Потому что рефлексивность. Точка, если входит в какой-то элемент разбиения, то она входит в элемент разбиения. А значит, входит в наши отношения. Если у нас точка А и Б входит в элемент разбиения, в одном элементе лежат, Б и С лежат в одном элементе разбиения, то точки А и С также лежат в одном элементе разбиения. Ну и отношения там, если А и Б входят в элемент разбиения, то Б и А тоже входят в тот же самый элемент разбиения. То есть получается, что для пары точек свойство находиться в одном элементе разбиения множеств является отношением эквивалентности. Но, с другой стороны,
Если мы рассмотрим фактор множества x поделить на r, то фактор множества, оно само по себе является разбиением множества x. То есть оно удовлетворяет свойствам 1 и свойству 2. Значит, почему x поделить на r удовлетворяет свойству 1? Для любого элемента x должен найтись такой элемент разбиения. Почему? Потому что r — это же отношение рефлексивное. То есть какой бы элемент x мы не взяли, какой-нибудь a, да? A входит в отношение эквивалентности само собой. Значит, существует класс эквивалентности, пусть даже он состоит из одного этого a и никаких других элементов, но все равно этот класс существует. Вот. И который мы считаем элементом разбиения. Вот. И сумма всех этих элементов для любого элемента x, как бы эти классы эквивалентности, они покрывают все множество x сами собой. Вот. Но еще надо доказать, что классы эквивалентности попарно не пересекаются. Значит, ну, тут мы можем нарисовать вот такую вот картинку. Предположим, что у нас имеется два попарно пересекающихся класса эквивалентности. Вот класс эквивалентности AR и вот класс эквивалентности CR. Значит, вот здесь где-то находится точка A, вот здесь где-то находится точка C. Значит, что такое? Они не совпадают, но пересекаются. Значит, не совпадают, мы можем без ограничения общности считать, А и С не равны. А пересекаются, значит, где-то существует вот точка Б, которая входит и в АР, и в СР. Вот. Но это значит, что А эквивалентно Б, и Б эквивалентно С, но в силу транзитивности из этого должно следовать, что А эквивалентно С. А мы предположили, что А и С — это разные точки, так как у нас классы эквивалентности не совпадают. То есть фактор множества есть на самом деле разбиение множества x. Мы на этом сейчас дальше использовать ну вот такую конструкцию, как эквивалентность и разбиение, не будем, потому что дальше мы сосредоточимся на порядках, на частичных порядках. Но я прошу запомнить этот пример для следующего семестра, когда мы будем рассматривать роды структур, и мы будем рассматривать примеры эквивалентных родов структур, как одно и то же, по сути, одну и ту же конструкцию можно задать разными способами. Вот, заметьте, что это вам уже пример одного и того же. Родство идет между отношением эквивалентности и его фактор множеством. Да? То есть мы можем задать некое отношение эквивалентности как подмножество декартового произведения. Или мы можем взять все множество и взять некое его разбиение. И тогда каждому отношению эквивалентности соответствует разбиение фактора множества, каждому разбиению можно поставить в соответствие отношение эквивалентности. Это два представления, такой дуализм, два представления одного и того же. Это пример, как мы будем говорить на следующем семестре, эквивалентных родов структур. Теперь, чтобы вы не заскучали, вам вопрос. Пусть R1 и R2 являются отношениями эквивалентности. Будет ли отношением эквивалентности сумма R1 и R2? Будет ли отношением эквивалентности пересечение R1 и R2? Ну, R1 — это некое подмножество декартового произведения на X, да? R2 — это некое другое подмножество декартового произведения на X. Но мы знаем, что и R1, и R2 по отдельности удовлетворяют свойства транзитивности, рефлексивности и симметричности. Вот. Будет ли удовлетворять этим свойствам сумма их, и будет ли удовлетворять этим свойствам пересечение их? Сначала ваше мнение навскидку, как вы считаете? Ну просто мнение навскидку, да, нет? Да,
Это правильное, значит, мнение навскидку. Значит, давайте с суммой разберемся. С суммой мы просто можем привести контрпример. Значит, из трех множеств А, Б, С, значит, А входит в отношение само с собой, А входит в отношение в Б, Б в отношении само собой, а С идет отдельно, как бы отдельным классом эквивалентности. Вот пусть это будет R1, а R2 у нас выглядит таким образом. Уже B входит с C. B, C. Вот так и вот так. Если мы эти два графа объединим, то что у нас получится? У нас получится вот такая вот штука. A, B, C. И вы видите, что здесь у нас нарушено? Почему вот это не является, почему этот граф не соответствует у нас? Транзитивность нарушена, правильно, из-за в С нету у нас отношения. Вот. Ну, а насчет пересечения, то здесь мы можем формально просто показать, что такое АВ принадлежит R1 пересечение с R2. Это же то же самое, что А эквивалентно Б в смысле R1 и А эквивалентно Б в смысле R2 одновременно. Вот. И так как они эквивалентны в смысле R1 и в смысле R2 одновременно, то легко показать, там из этого уже сразу следует и транзитивность, и рефлексивность, и симметричность этого отношения. Вот. То есть пересечение двух отношений эквивалентности мы можем взять, и вот мы получим тоже новое отношение эквивалентности. Вот. А, кстати, что будет с фактором множествами? Вот для R1 и R2. Смотрите, значит, если у нас R1, ну, допустим, вот такой вот фактор множества, да, а R2 там другим цветом я нарисую. Да, какой-нибудь такой фактор множества, то для, на пересечении двух отношений эквивалентности у нас получится фактор множества, состоящий вот из этих вот всех мелких элементов. Вот. Итак, мы переходим к определению следующей конструкции, простой, элементарной, которая нам позволит получить все дальнейшие результаты, которые нам вообще интересны в этом семестре. Это частично упорядоченное множество. Настолько часто применяемый термин, что для него существуют специальные сокращения. В русской литературе русские лекторы всегда пишут, говорят чум-чум, частично упорядоченное множество. В английской литературе там или в статьях вы всегда увидите полсет, полсет, partially ordered set. То есть то же самое, частично упорядоченное множество. Что такое у нас чум? Чум — это у нас вещь транзитивная, значит, второе — антисимметричная и третье рефлексивная. На самом деле от отношения эквивалентности отличается только одним единственным пунктом. Симметричность заменили на антисимметричность. То есть была симметричность, было отношение эквивалентности, заменили на антисимметричность, получили частично упорядоченное множество. Значит, какие примеры частично упорядоченных множеств мы можем привести? Но прежде всего это у нас, ну, как бы самый такой вырожденный случай, это диагональное множество IDX, T принадлежит X на X, такие, что проекция 1T равняется проекции 2T. Чем не частично упорядоченное множество, все как бы работает, только все элементы у нас между собой несравнимы, получается. То есть оно состоит из элементиков. То есть А входит в
А само собой в отношении, но если там А не равно Б, то ни А, Б, ни Б, А в отношении в это не входит. Поэтому мы можем, конечно, говорить об антисимметричности в этом смысле, как и об асимметричности, понимаете, да, но это такой вырожденный случай. А когда элементы на самом деле друг с другом не сравнимы никакие, кроме тех, что совпадает. Значит, но как бы более интересные, менее вырожденные случаи. Это, естественно, отношение неравенства на числовых, на всех знакомых вам числовых множествах. Причем этот порядок, он более того является линейным, потому что любые два элемента там сравнимы между собой. А вот, например, отношение такое, мы можем определить А меньше либо равно Б в смысле делимости, если Б делится на А без остатка для натуральных чисел. То есть мы можем говорить, что А меньше либо равно Б в смысле делимости, если Б делится на А без остатка. Можно увидеть, что здесь работает у нас и рефлексивность, А делится на А без остатка, и транзитивность, если А делится на Б, Б делится на С, то А делится на С. Значит, и антисимметричность. Если А делится на Б без остатка, то Б на А без остатка не поделится. Вот. Но при этом у нас возникают пары несравнимых, ну, допустим, не знаю, взаимно простые. Или, в общем, большинство-то пар чисел натуральных, они не входят ни А делится на Б, ни Б не делится на А без остатка. То есть у нас возникают несравнимые элементы. Затем, если мы возьмем некое множество X, возьмем булеан от X, то есть множество всех подмножеств. Отношение вот это вот быть подмножеством А является подмножеством Б, где А и Б оба являются, допустим, элементами какого-то булеана от какого-то икса. Значит, здесь у нас что? Работает и рефлексивность, и антисимметричность, и транзитивность. Это тоже классический пример частичного порядочного множества. То есть отношение быть под множеством, оно задает частичный порядок на множество. Значит, тут вопрос, когда мы имеем дело, тонкий вопрос, значит, когда мы имеем дело с частичным порядком, ну и просто пишем А меньше либо равно Б в смысле R, или просто пишем А меньше либо равно Б, подразумевая, что у нас какой-то R задан. Значит, если порядок частичный, то мы должны всегда помнить о том, что у нас элементы могут быть несравнимы. И поэтому, если у нас известно, что А меньше либо равно Б, то мы можем смело говорить не больше А. Потому что из утверждения о том, что А меньше либо равно Б, следует отрицание не Б больше А в силу антисимметричности, закона антисимметричности. Но вот если у нас известно отрицание не А меньше либо равно Б, то из этого мы никакого заключения построить не можем. На самом деле здесь два варианта. Либо тут возникает либо вариант B меньше А, либо другой вариант B и А несравнимы. То есть из утверждения, да, мы можем построить отрицание вот этого переворота, но из... Так, что я написал? B не B меньше А. Вот, значит, но из отрицания мы не можем вывести, что B меньше А. Мы можем вывести только, что либо B меньше А, либо B и А – два несравнимых элемента в частично упорядоченном множестве. Если помните, мы с этим уже сталкивались, когда мы говорим о сравнении множеств по мощностям, да, когда мы говорим, что мощность X меньше либо равна мощности Y. Да, из отрицания, то есть, что, когда мы можем так говорить? Когда мы построили инъекцию из X в Y. Вот.
Но если мы ее построили, тогда мы можем говорить меньше либо равна, либо меньше, там, либо равна, но уж во всяком случае не больше. Вот. Но если нам не удается построить вот эту инъекцию, мы еще не можем говорить, что нет, на самом деле, если нам не удается построить инъекцию из x в y, да, на самом деле это у нас y меньше x, это мы можем построить инъекцию из y в x, из этого не следует, мы ее можем и не построить, и тогда у нас будут несравнимые множества. Вот. Здесь это проявляется явным образом, вот это свойство частично упорядоченных множеств. Значит, как из одних упорядоченных множеств частично или линейно мы можем сделать другие упорядоченные множества? Значит, если у нас S является подмножеством X, то тогда S на S Декартова на R это индуцированный порядок. Индуцированный порядок на S. Ну, тут все просто. Значит, если у нас имеется какое-то частично упорядоченное множество, и мы взяли его под множество, то это подмножество, оно тоже, его тоже можно считать упорядоченным тем же самым способом, да, те же самые элементы, которые входят в x, сравнивать их так же, как если бы они были в x. На самом деле здесь ничего сложного нет. Значит, как мы можем построить порядок на сумме двух непересекающихся упорядоченных множеств А и Б? Вот у нас есть А с их порядком R1, вот у нас имеется B с его порядком R2. Значит, как мы можем построить порядок? Но они уже упорядочены, вот R1 и R2, да? Значит, как из этих R1 и R2 мы можем сконструировать, значит, но мы можем просто сложить, просто взять сумму R1 и R2. Тогда у нас что получится? Внутри А все элементы сравниваются по R1, внутри Б все сравниваются по R2. А если мы возьмем пару элементов такой, что первый в А, а второй в Б, то они оказываются несравнимы. Вот. То есть это если мы просто возьмем сумму R1 и R2. Вот. А если мы еще добавим туда правил, значит, каких правил? Значит, что у нас каждый элемент А, допустим, мы считаем меньше любого из элементов Б, да? Вот, то тогда у нас, если мы добавим еще туда Декартово произведение А на Б, вот, то тогда мы получим такой порядок, который будет линейным, если линейные порядки R1 и R2, да, то есть если у нас порядок R1 линейен и R2 тоже линейен, то мы можем просто их соединить, как бы выстроить один за другим в цепочку, все элементы А мы считаем меньше всех элементов Б, а внутри А и Б мы линейным порядком пользуемся. Вот, это иногда обозначают простым плюсиком арифметическим R1 плюс R2, да, мы из двух линейных порядков получили новый линейный порядок просто, значит, прибавлением одного к другому. Окей, если у нас имеется Декартово произведение множеств, значит, каким образом, да, и А упорядочено, и Б упорядочено, каким образом мы можем упорядочить Декартово произведение? Тоже здесь есть разные подходы. Можно сказать, что да, первый подход покомпонентный, то есть одна пара меньше другой пары, если оба компонента первой пары меньше, ну, соответственно, вторых компонентов пары. Но этот порядок, он будет вынужденно частичным. Но мы можем и линейно упорядочить. Значит, вот каким образом? Вот такой вот забор, если мы нарисуем. Значит, здесь у нас элементы А, а здесь у нас элементы B. И мы сравниваем первую точку и вторую точку. Значит, мы можем сравнить сначала первые компоненты этих точек, ну, допустим, да, абсциссы, и говорить, что все точки, абсциссы которых лежат правее там другой точки, они считаются большими. Но если их абсциссы совпали, тогда мы сравниваем ординаты. То есть на самом деле, вот я здесь нарисую 1, 2,
3. Точка 1 меньше точки 2 и 3. Точка 2 больше точки 1, потому что у нее абсцисса больше. А точка 3 больше точки 2, потому что при равных с точки 2 абсциссы у нее ордината больше. То есть мы... Это частный случай лексикографического порядка, когда мы сравниваем сначала одну координату, а потом сравниваем другую координату. И этот порядок у нас получается линейный. То есть мы, допустим, можем выстроить в линейный порядок, сделать линейный порядок, ну, допустим, на множестве комплексных чисел. Обычно их не сравнивают друг с другом. Но вообще говоря, мы могли бы сказать, что там комплексное число А меньше комплексного числа Б, если у них там действительные части А меньше действительной части Б, а если они совпадают, тогда мнимая часть А меньше мнимой части Б. И это получается линейный порядок, удовлетворяющий всем свойствам порядка. Вот эту вот конструкцию про вот этот вот забор или про вот этот вот лес, сейчас я прошу тоже так воспринять и хорошо понять и запомнить, потому что мы ей будем очень серьезно пользоваться для доказательства очень серьезных интересных вещей. Следующее определение, которые возникают в связи с порядками, это понятие минимального, наименьшего, максимального и наибольшего элемента. Значит, для любого b, b принадлежит x, следовательно, не a больше b. Это у нас минимальный элемент. Минимальный. А для любого b, b принадлежит, это у нас a минимальный, b принадлежит x, следовательно, a меньше либо равно b, значит, a наименьший. Значит, смотрите, минимальный, это значит, что a не больше любого из элементов, а наименьший, это значит, что a меньше либо равно любому из элементов. Ну, в частности, оно меньше либо равно себе самому. В чем разница, я думаю, вы теперь понимаете. Разница играет роль для частично упорядоченного множества. То есть там, где у нас имеются несравнимые, какие-то несравнимые элементы. Так, вот у меня тут вопросы есть. Да, ну а... Аналогичным образом мы определяем максимальный и наибольший элемент. Значит, докажите следующее утверждение. Всякий наименьший элемент является минимальным, а наибольший – максимальным. Значит, наименьший элемент, он обладает еще тем свойством, что он сравним со всеми элементами множества. Вот. То есть не обязательно, кстати говоря, множество должно быть линейно упорядоченным, но наименьшие, наибольшие элементы в нем должны присутствовать. Значит, так как наименьший элемент, как мы говорим, из утверждения следует отрицание обратного. Но из отрицания обратного не следует утверждение прямое. Значит, из утверждения следует отрицание обратного, поэтому наименьший является минимальным. Но это не значит, что минимальный будет наименьшим. Значит, если в множестве существует наименьший элемент, то он единственный, тоже справедливо для наибольшего элемента. Это мы можем доказать от противного, да? Предположим, что в множестве является два наименьших элемента, имеются два наименьших элемента, тогда один из них неизбежно будет строго меньше другого. Но такого не существует, тогда другой просто не будет наименьшим. И если в множестве предположить два наименьших элемента, тогда они должны обязательно быть равны друг другу. Вот, то есть наименьший элемент единственный. Значит, не исключается случай, когда множество имеет несколько минимальных или несколько максимальных элементов. Действительно, он не исключается. Мы можем, допустим, такой граф нарисовать. Множество из четырех элементов. 1, 2, 3, 4. Значит, 2 и 3 между собой несравнимы, но двойка больше единицы и четверка больше тройки. Вот у нас минимальные элементы 1 и 3, и вот у нас максимальные 2 и 4. Пожалуйста, как бы вырожденный такой пример.
Если в множестве имеется несколько минимальных элементов, то в нем не существует наименьшего. Если несколько максимальных, не существует наибольшего. Понятно, наименьшие или наибольшие элементы, они обладают тем свойством, что они сравнимы с любым другим элементом. А минимальные элементы, они не сравнимы между собой. И если оказывается, они сравнимы с неким наименьшим, то он неизбежно оказывается там либо равен ему, да, и тогда все они схлопываются в один элемент, либо мы получаем противоречие. Любые два минимальных элемента несравнимых. Если порядок на множестве линейен, то его минимальный элемент, если существует, является наименьшим, а максимальный, если существует, наибольшим. Но это уже, в общем, понятно. Если у нас каждые два элемента сравнимы между собой, то тогда как раз мы можем провести импликацию вот отсюда сюда, потому что у нас не остается случая, когда А и Б несравнимы, у нас имеется вот это вот отрицание. Значит, какие у нас примеры могут быть? Ну, классический пример нашего сегментика, который включает 0, а не включает единицу. Значит, минимальный, либо он же наименьший элемент, это 0, а вот максимального элемента здесь не существует. Максимального и наибольшего элемента в этом множестве не существует. Значит, если мы возьмем множество натуральных чисел больших единицы, упорядоченных отношением делимости, тогда у нас существует счетно-бесконечное множество минимальных элементов, которые являются простыми числами, которые не делятся ни на что, кроме самих себя. Да, единицу, если мы откинем, тогда мы сразу получим счетное количество минимальных элементов в таком частично упорядоченном множестве. Значит, если мы возьмем множество булеан от x и упорядочим его по включению, то у нас будет два элемента: пустое множество и само x. Значит, пустое множество, оно входит как подмножество в любой элемент булеана, а x является надмножеством над любым элементом булеана. То есть в этом случае у нас имеется наименьший элемент пустое множество и наибольший элемент x. Но сам порядок линейным не является, потому что мы можем предъявить два подмножества x, да, которые не являются подмножеством друг друга. То есть несравнимые элементы существуют, но однако же в этом частично упорядоченном множестве есть сверху наибольший элемент, а снизу наименьший, сравнимый с ними со всеми. Это вот такой пример, который заставляет нас помнить о том, что существование наименьшего элемента или наибольшего — это не прерогатива только линейно упорядоченных множеств. Так, теперь грани. У нас вся лекция сегодня состоит из определений. Из определений, не знаю, доберусь ли я до теорем сегодня. Значит, грани множеств. Эта тема тоже вам должна быть знакома. Пусть у нас имеется некое вот такое вот множество x, пусть у нас имеется подмножество s с индуцированным порядком. Что такое индуцированный порядок, мы только что определили. Мы рассмотрим некое А, которое мы называем нижней гранью, если оно меньше всех элементов S, А принадлежит X, следовательно, значит, а S — это некое подмножество X, да? Значит, нижняя грань некоего подмножества X, если она меньше либо равна всем элементам S, и верхняя грань, если она больше либо равна всем элементам S. Заметьте, что в случае с частичным порядками это уже нетривиальное такое определение, потому что не всякий элемент там может быть нижней гранью, если или верхний, либо верхний, если он не входит в S, потому что он может оказаться несравним там с каким-либо из элементов. А определение нижней грани, оно подразумевает, что оно сравнимо со всеми элементами S и еще более того меньше либо равно всем им. Наверное, знакомые вам обозначения инфимум и супремум по матанализу, да, это наибольшее
нижняя грань и наименьшая верхняя грань. То есть супремум — это наименьшая верхняя грань, а инфимум — наибольшая нижняя грань. Значит, это наибольший элемент в множестве нижних граней и наименьший элемент в множестве верхних граней. Опять же, так как порядок у нас частичный, то у нас таких элементов-то может и не оказаться. Значит, не обязательно в нем должно быть. Но он может быть даже, ну, может оказаться несравнимым. Может оказаться ситуация, когда у нас имеются максимальные нижние грани или минимальные верхние грани, но не существует супремума и инфимума. Пример такой можно привести. Если мы возьмем множество всех подмножеств, ну или там конечных подмножеств натуральных чисел, упорядоченных по включению, это частичный порядок. Значит, если мы добавим к такому множеству два надмножества, значит, множество целых чисел, любое множество целых чисел, любое конечное подмножество натуральных чисел, оно является подмножеством множества целых чисел, так? И возьмем, допустим, множество положительных действительных чисел. Тоже любое подмножество натуральных чисел, оно является одновременно подмножеством положительных действительных чисел. Но множество целых чисел и положительных действительных чисел ни одно в другое не входит. Потому что у положительных действительных есть дробные числа, которые там не входят в целые, а у целых есть отрицательные числа, которые не входят в положительные действительные. То есть мы получили, мы построили такое множество, у которых имеется две минимальных верхних грани. Вот они несравнимы, они обе больше любого из, но они несравнимы между собой. Да? То есть вот мы построили вот здесь вот, там, допустим, t и t'. Они несравнимы, обе больше. А, следовательно, они обе являются, ну, они могут быть минимальными, если еще других нету граней, которые были бы меньше их. Нет, а супремумом мы называем только наименьшую. То есть вот разница. Супремум — это наименьшая верхняя грань. И он, если он есть, то он один всегда, да, потому что элемент наименьший, если существует, то он один. Но у нас могут быть, может быть, несколько минимальных верхних граней, которые супремумами мы называть не будем. Мы просто говорим, что есть минимальная верхняя грань. Окей. Значит, разобравшись с этим вопросом, с этими определениями, мы подходим к следующей важной конструкции. Конструкция называется изоморфизм порядков. Значит, что такое два множества x с порядком rx? Y упорядоченное при помощи порядка RY. Что такое два множества этих изоморфных? Если у нас имеется биекция F между X и Y, первое, и второе, эта биекция обладает следующим свойством. F от A меньше F от B, тогда и только тогда, когда A меньше B. То есть, во-первых, у нас требуется биекция между x и y, и поэтому сразу же, да, зарубили себе на носу, что об изоморфизме каких-то множеств мы можем упорядоченных только тогда, когда они равномощны друг другу. То есть множество неравномощное, все, никакого изоморфизма нет. Вот. Но если множество равномощное, биекцию можно построить, мы можем задать дальше вопрос, а можем ли мы построить такую биекцию, которая бы сохраняла порядок, то есть а меньше b тогда и только тогда, когда f от a меньше f от b. Вот это вот тогда и только тогда, оно тоже очень здесь существенно. Значит, давайте рассмотрим пример. Ну, допустим, вот такая вот функция f от x равняется 1 минус 1 на 2x. 1 на 2, 1 минус x, минус 1. Значит, это у нас 0x, 1 вторая. Это у нас работает на 1 вторая x, 1. Что это из себя представляет? Это из себя представляет два кусочка гипербол.
Значит, тут у нас 0, тут у нас единица, тут у нас 1, 2. Значит, что нам дает вот такое вот преобразование? Это преобразование нам дает биекцию между вот таким вот интервалом и всем числовым множеством R. Причем эта биекция сохраняет порядок, да? То есть чем больше число R, тем больше будет его прообраз, и чем больше образ, тем больше число R. То есть монотонная биекция, значит, всюду определенная на вот этом вот интервале. И, собственно говоря, эта биекция нам демонстрирует, что интервал 0 от 0 до 1, не включая 0 и не включая 1, он изоморфен всему множеству R. А можем ли мы то же самое утверждать про интервал, состоящий только из рациональных чисел? Да, можем. Так как эту функцию мы выстроили таким образом, что она рациональное число переводит в рациональное всегда, да, то значит, мы можем сказать, что множество рациональных чисел в интервале 0,1, оно изоморфно множеству рациональных чисел вообще. Окей. А можем ли мы говорить, что, допустим, отрезок от 0 до 1 изоморфен R? Это вопрос. Смотрите, с интервалом понятно. Вот мы такой изоморфизм построили, да? Значит, а с отрезком мы можем говорить? Нет, не можем. Почему? Потому что у нас есть наименьший элемент и наибольший элемент. А изоморфизм наименьший элемент переводит в наименьший. Легко видеть, да, по определению, что изоморфизм должен наименьший элемент переводить в наименьший. Вот. И хотя 0,1 отрезок, мы знаем, он равномощен всему R, это мы уже проходили, но не изоморфен, потому что у него есть наименьший элемент, а у R нет никакого наименьшего элемента, следовательно, изоморфизма здесь построить нельзя. Значит, дальше. Я пока вот это сохраню, определение на доске. Значит, множество N натуральных чисел Z, целых чисел, Q рациональных чисел, A алгебраических чисел. Что мы можем сказать? Да, каждая из них упорядочена своим отношением порядка, да, A меньше либо равно B. Значит, мы сразу отбрасываем множество действительных чисел, потому что мы знаем, что оно имеет мощность выше мощности каждой из этих чисел. Значит, что мы можем сказать про изоморфизм вот этих вот чисел, вот этих множеств? N и Z изоморфно или нет? Нет, потому что у N есть минимальный, а у Z минимального нет. Там Z и Q или N и Q изоморфны или нет? А, значит, да, Z и Q могут быть изоморфны или не могут быть изоморфны. В чем отличие Z от Q? В том, что у Z имеются два соседних элемента, между которыми мы не можем воткнуть третий. А у Q всегда между двумя можно воткнуть третий. Соответственно, если бы мы изобрели такую биекцию, она должна была бы всем элементам Z ставить все элементы Q, да, и между двумя элементами A меньше B можно было бы воткнуть третий C, который был бы больше A, но меньше B. А, в общем, достаточно быстро мы бы нашли контрпример, что такого нельзя. Поэтому Q мы называем плотным множеством. То есть множество плотное, оно такое, между двумя элементами можно воткнуть третье, значит, ну, упорядоченное множество плотное. А Z плотным множеством не является, поэтому изоморфизм построить нельзя. Значит, ваше мнение насчет изоморфизности или нет множества рациональных и алгебраических чисел. Значит, оба этих множества счетные, оба этих множества плотные. Оба этих множества не имеют максимального и минимального элемента. Но, значит, в алгебраические числа входят в том числе и рациональные всякие штуки, типа корень из двух, да, корни, то есть корни уравнений. Значит, является ли Q и A, не думайте сейчас, просто скажите, по вашим ощущениям, изоморфными или не являются? Неужели трудно сказать, не думая, да или нет? Как это, помощь зала в этом, кто хочет стать миллионером, нажимайте там на кнопки.
Значит, просто хочется мнение узнать. Ну, по ощущениям. По ощущениям, наверное, нет. Вот, ну, потому что, да, как-то разнородные же вещи, да, то есть тут у нас появляются там радикалы, вот. На самом деле они изоморфные. Этот факт просто, ну, нужно доказать, мы его докажем чуть позже. И вообще изоморфными являются любые два счетных плотных множества без наибольшего или наименьшего элемента. Так, вопрос, задачка. Вот у нас имеется множество R на R с линейным порядком. С линейным порядком, который мы ввели только что, лексикографическим. То есть сравниваем сначала первую компоненту, а потом вторую компоненту. Значит, изоморфно ли множество R на R множеству R? Значит, множество R на R с линейным порядком, вот этим вот, да, представляете себе. И R тоже с линейным порядком. R на R, мы знаем, что оно равномощно R. То есть плоскость имеет столько же точек, сколько прямая. Вопрос, можем ли мы построить изоморфизм, то есть биекцию, сохраняющую порядок между парой точек и одной точкой? Опять, не думая, скажите, как по-вашему, можно это сделать или нет? А? Нет. Значит, действительно это так. Может быть, скажете, почему? Потому что нужно разные точки. Нет. Ну, смотрите, мы, у нас вот какая штука. У нас f от a, b должна давать, значит, ну, некое, некое там t, да, то есть f из пары точек должна давать некое t, третье действительное число. Значит, при этом, если a, b меньше c, d в смысле определенном ранее, то есть это что значит? Это значит... А меньше либо равно А меньше С или А равняется С и Б меньше Д. Вот. Вот мы по определению говорим, это пара меньше этой пары. Значит, если А Б меньше пары С Д, значит F от А Б должна быть меньше F от С Д. Значит, можно ли построить такую F? Мы рассмотрим вот какой пример. Значит, f от a b0 и f от a b0 плюс единица. Вот если здесь у нас а здесь у нас b0 и b0 плюс единица, какой-то произвольный. Вот для множества пар, находящихся вот в этом вот пространстве, должен соответствовать при помощи этой гипотетической функции какой-то интервал на числовой прямой. Да? Но, значит, для разных а эти интервалы должны не пересекаться друг с другом. Потому что если здесь у нас а, а здесь h' больше а, то все значения, которые вот здесь вот будут у нас лежать, они все должны быть строго больше всех вот этих вот значений. Следовательно, если у нас где-то h' соответствует другой интервал между b0 и b0 плюс 1, то эти интервалы не должны пересекаться, потому что эти значения больше в смысле а. То есть мы имеем дело с набором непересекающихся интервалов на прямой, которых мы знаем счетное количество, но каждому а соответствовать должен такой интервал. А у нас не счетное количество, а у нас столько же, сколько действительных чисел. Понимаете рассуждение, да? То есть мы здесь пользуемся как раз вот тем самым свойством мощности множества непересекающихся интервалов. Снова и снова. Значит, и получается, что если бы такую функцию, сохраняющую линейный порядок на множестве пар можно было бы построить, то тогда бы мы построили бы
несчетное количество не пересекающихся интервалов на прямой, а такого сделать невозможно. И вот у нас пример, еще один пример неизоморфных упорядоченных множеств. Как видите, открылась просто-таки бездна для интересных задач по определению, а какой же порядок, да, изоморфный, а какой же не изоморфный. Значит, и еще хотелось бы подчеркнуть, эта задача входит в домашнее задание, насколько я помню, ну, я и люблю ее там на экзаменах, на зачетах спрашивать, контролировать. Вот в этом определении эквивалентность у нас является существенным требованием. То есть стрелочка сюда и стрелочка сюда должны обязательно быть. Если мы заменим эту эквивалентность на вот эту вот импликацию, вот в эту сторону, то есть если а меньше b, то f от a меньше f от b. То есть мы скажем, что у нас имеется биекция, и эта биекция монотонна. То есть если а меньше b в смысле x, то f от a меньше f от b в смысле y, в смысле ry. Значит, когда мы можем говорить, что монотонная биекция задает нам изоморфизм, а когда мы не можем говорить, что монотонная биекция задает нам изоморфизм? На самом деле, здесь ключевым параметром является линейность или нелинейность этого порядка. Значит, я вам приведу контрпример. Вот у нас частично упорядоченное множество из четырех элементов. А вот у нас линейно упорядоченное множество из четырех элементов. Вот это вот множество x, а это вот множество y. И мы можем построить здесь монотонную биекцию. Смотрите, вот так вот. Раз, 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 раз. Значит, эта биекция монотонна в том смысле, что если какой-то элемент x больше какого-то другого, то его образ в этой биекции тоже будет больше. Да? Но эта биекция не задает нам изоморфизм, потому что у нас возникает два несравнимых элемента здесь. А здесь в y-то все элементы сравнимы между собой. Пример менее тривиальный, это вот как раз пример, если мы возьмем натуральные числа, упорядоченные обычным образом, и натуральные числа, упорядоченные отношением делимости. А это у нас порядки неизоморфные. В общем, вполне очевидно, там за единицей в первом случае следует только двойка, а во втором случае у нас следуют все простые числа. Вот. Но при этом функция ID, ну, в смысле преобразования натурального числа самого в себя, она является монотонной функцией, монотонной биекцией. Ну, естественно, потому что она большее число преобразует в большее. Вот. Но порядки изоморфными не являются. Так, еще чуточку терпения. Значит, я последнюю разберу пример-задачу, чтобы успеть сегодня дать все, что я вам хотел дать. Да, но если порядки линейные, я поторопился стереть. Значит, если у нас порядки линейные, вернее, даже не порядки линейные, а про порядок x на x, мы знаем, что он линейный, то есть любые два элемента сравнимы. И мы построили монотонную биекцию. То что значит a меньше b, следовательно, f от a меньше f от b? Что мы можем, какое следствие из f от a меньше f от b вывести? А и Б могут оказаться либо А меньше Б, так ведь? Ну уж во всяком случае Б больше А никак не может быть, потому что у нас работает вот эта импликация, да? А вторая ситуация, А и Б несравнимы. Да? И вот если у нас имеется возможность, что А и Б несравнимы, то есть на X у нас частичный порядок и есть несравнимые элементы, то тогда монотонной биекции нам недостаточно, нам надо сюда импликацию показать. А вот если мы знаем, что А и Б в любом случае сравнимы, то тогда в случае, если у нас
стоит первым, стоит у нас линейный порядок, то вот эта часть у нас отпадает, и мы можем смело, значит, говорить, что из f от a меньше f от b следует a меньше b. Вот. Это есть в домашнем задании, и это такое, ну, такой фундаментальный момент, что ли. Ну и напоследок, вернемся к множеству, к паре множеств рациональных и алгебраических чисел. Значит, я уже сказал, что мы можем заметить, что они удовлетворяют следующим условиям. Оба этих множества счетные, оба плотные, оба без наибольшего, линейно упорядоченные. Это важный момент. И четвертое, без наибольшего и наименьшего элемента. Значит, можно доказать общую теорему о том, что любая пара множеств, удовлетворяющая таким вот четырем условиям, счетные, плотные, линейно упорядоченные, без наибольшего и наименьшего элемента. Любая пара множеств, она оказывается изоморфна, эти два порядка изоморфны. Значит, каким образом это доказывается? Здесь пример очень сложной счетной рекурсии. Значит, и поэтому, так как она очень сложная, то как бы формального такого доказательства в формулах я не дам, но общая идея, из которой будет ясна корректность этого доказательства, я предоставлю. Смотрите. Смотрите, если у нас множество А счетное и множество Б счетное, это значит, что мы все элементы можем занумеровать. Что мы и сделаем? А0, А1, А2, А3, где-то АН и так далее. Здесь у нас Б0, Б1, Б2, Б3, Бн и так далее. Где-то здесь Бн. Далее мы начинаем рекурсивно выстраивать нашу биекцию, которая должна оказаться еще и изоморфизмом. Мы в качестве затравки, да, что такое рекурсия? Помните, у нас имеется x нулевой, да, и у нас имеется способ из предыдущего получить следующий. Вот, тогда мы можем получить всю комбинацию. Значит, в качестве x нулевого мы возьмем элементарное, мы а0 сопоставим с b0. Да, здесь они вообще произвольным образом упорядочены. Это просто наши вот биекции между множеством натуральных чисел и этими. Значит, дальше. Возьмем а1. А1, он может оказаться либо больше а0, либо меньше а0. Да? Соответственно, мы ищем, если а1 больше а0, мы ищем первый из b, который больше b0. А если а1 меньше а0, мы ищем первый из b, который меньше b0. Вот вдруг оказались эти больше, а этот меньше. И мы добавляем сюда элементик, вот в нашу биекцию элементик. Значит, здесь у нас могла образоваться дырка. Если она образовалась, тогда мы смотрим. b1 относительно b0, опять же, он относительно b0 и какого-то b, который здесь на самом деле, да, он может оказаться либо больше их двоих, и тогда мы ищем здесь ему в соответствии первый а, который больше всех вот этих вот аитых, который уже попал сюда, либо он может оказаться меньше их всех, и тогда мы здесь ищем аиты, первый аиты, не затронутый вот этот бекси, который меньше их всех, либо он где-то посередине. Тогда мы ищем тот первый аитый, который посередине между А0 и А1. Заметьте, что мы всегда такой поиск можем выполнить. Если посередине, тогда мы пользуемся свойством плотности, потому что между двумя всегда найдется третий, где-то там впереди. Да, если он всех больше или всех меньше, тогда мы пользуемся, соответственно, свойствами без наибольшего и наименьшего элементов, потому что либо найдется всех больше, либо найдется всех меньше. И вот таким вот образом мы его вставляем. Дальше, на каждом шаге мы... Повторите, почему там вообще парадокс? А? Почему вообще парадокс?
Почему пробел появляется? Почему? Потому что B0, B1, B2, B3 у нас неупорядоченные, вообще говоря. Это просто биекции между... Вот. Мы ищем, вот если A1 оказался больше A0, вот эти B1 и B2 могут оказаться меньше B0. Но где-то будет наименьший, который больше, в силу вот этих вот свойств. Вот. Просто следующие шаги, если мы уже N элементов построили, то у нас получается, ну, сложная такая конструкция, что нам надо... Вот первая дырка, да, которую мы нашли, мы ее должны здесь заполнить. Да? И она оказывается либо больше всех, тогда мы ищем больше всех, либо меньше всех, либо находящийся между каким-то и каким-то. Не обязательно там первым и вторым. Но мы находим вот две бэшки, которые, значит, между ними находимся, и ищем первую, которая между этими двумя. А есть же условие, что они линейно упорядочены уже по множеству. Линейно упорядочены, значит, любые два элемента сравнимы между собой, несравнимых нет. Вот, это не значит, что вот мы, что здесь, как бы получилось, что это упорядочено. Здесь они не упорядочены. Вот эти аиты и бейты, это мы получили из того, что они счетные. Ну, вот, собственно говоря, в формулах, понимаете, это трудно выразить, но потенциально возможно выразить. То есть будет много текста, но, значит, тем не менее, идея доказательства, она абсолютно корректна. Мы можем рекурсивно застроить вот этими вот диагоналями все пространство между множеством А и множеством Б. И таким образом, вот так вот конструктивно построить изоморфизм между двумя множествами, удовлетворяющими этими четырем условиям. И в частности, это нам доказывает тот неочевидный факт, что множество рациональных и алгебраических чисел, они не просто равномощны, они еще и изоморфны друг другу. Но сделать это можно вот только таким образом. Так, значит, про изоморфизмы и про порядки частичные я вам рассказал. На следующем занятии начнем с небольшой контрольной, где я постараюсь дать более простые задачи, чем в прошлый раз, вот, на вот эту вот тему. И мы начнем тему это трансфинитные числа, при помощи которых ординалы, при помощи которых мы и получим самые интересные результаты в нашем курсе. Все, на сегодня все. Спасибо.